Учитель Назира Маматалиева, кандидат на пост директора средней школы номер 47 в Кадамджайском районе. Сегодня она сдавала компьютерное тестирование на эту вакантную должность. Говорит, что если возглавить школу, то приложит все усилия, чтобы сделать ее одной из лучших школ страны. Я приняла участие в конкурсе и смогла пройти пороговый бал по тестированию. Считаю, что конкурс прошел прозрачно. Если я стану директором школы, то буду работать над повышением качества образования вместе с педагогическим коллективом и родителями. Тестирование проходило в здании Баткенского государственного университета. За прозрачностью его проведения следили наблюдатели. Это представители профсоюза учителей, образовательных учреждений и общественных организаций. Все прошло чисто и прозрачно. При подведении итогов теста не было человеческого фактора. Даем хорошую оценку организации конкурса. Кроме того, наш опрос показал, что все принимают его итоги. Те учителя, кто не прошел пороговый бал, также согласны с результатами. Всего в Баткенской области имеется 98 вакантных мест на должность директоров школ. На них претендовали 147 кандидатов, но пороговый бал теста набрали только 60%. Остальные 87 учителей не смогли этого сделать. Учителя выходили с тестирования с разным настроением. Кто-то был расстроен, кто-то открыто радовался. Мы, конечно, не спрашивали у каждого, сколько ты набрал баллов. Некоторые рассказывали сами, как все прошло. На мой взгляд, пороговый бал набрали 60% кандидатов. Наивысший балл в тестировании 74% набрал один кандидат. Напомним, что конкурс среди педагогов проводится на основании указа президента, согласно которому все директора школ, проработавшие на этой должности более 5 лет, были освобождены от занимаемого поста. Мадина Низамова, Адыл Орозалиев и Ният Эргешева, ЛТР, Баткенская область.